Оркестр Главного штаба Вооруженных сил. Солисты. Труба Эдуард Белецкий, тромбон Александр Князев. А нашу концертную программу продолжает солистка оркестра, лауреат международных конкурсов эстрадной песни Виктория Лозинская. В ее исполнении прозвучит песня, в которой переплелись воспоминания о далеком и близком прошлом. Это было недавно. Это было давно. За дирижерским пультом отличный работник культуры республики, капитан Сергей Дашкевич. Сергей Дашкевич. Браво, Виктория! Браво!
не кричи ты. Березы, березы России, вы все вместе с нами прошли. И нету конца вашей силе, идущей от русской земли. Отчего так в России березы шумят? Поют заслуженный деятель искусств Приднестровья Валерий Леников и заслуженный артист республики Владимир Лысенко. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимаю? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору яра. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, отрубая душу ласкают? А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, вот как я оторвался от лета. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стой. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам раз пролетят, а последняя вдруг западает. Сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от лета. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от лета. Одной из самых популярных песен Виктора Цоя стала «Кукушка». Эта песня – исповедь в раздумьях перед своим поколением. В нашем концерте ее исполнит заслуженная артистка Приднестровской Молдавской Республики Наталья Кирка. Встречайте! Звездой.
И солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох и огня, Уважаемые друзья, потерялся мальчик Влад Горшенин. Если ты слышишь меня, твоя мама ждет нас здесь, тебя ждет у нас здесь возле музыкантов. Подойди, пожалуйста, она очень переживает. Если кто-то увидит мальчика, его зовут Влад Горшенин, приведите его, пожалуйста, сюда. Спасибо. Аркадий Харалов – певец, композитор, поэт, автор многих популярных песен. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию одну из его лирических песен. «Давай попробуем вернуть». Исполняет заслуженный деятель искусств республики Валерий Леников. У судьбы своей
на краю, я в обиду твою верю. Как не веришь и ты в мою. Одну неделю из февраля, одну весеннюю.